Сьогодні свято школярів. Сьогодні буде танці. Вітаємо. Та в Україні останній дзвоник і невдовзі випускний бал. А це значить, що молодь готується до справжнього дефіле. Сукні, підбори, дорогі костюми. На, цікаво, чому ж у Харкові деякі випускники відмовилися від помпезного свята, розповідає занепокоєна Катя Морозова. Коридоры школ уже опустили, малышня ушла на каникулы, ну а дети постарше готовятся к экзаменам и к выпускным вечерам. Но только не в этой школе, здесь просто какие-то уникальные выпускники. Мы отказываемся от какого-то шикарного выпускного с большой программой, аниматорами и там дискотекой и прочими такими вещами. Вот тебе и на! Эти 11-классники даже от праздничных нарядов и пышного застолья решили отказаться. Прям чудо какое-то! Директор школы всю вину берет на себя. Это он предложил отложенные на праздник деньги отдать на лечение больных детей. Не взбунтовались дети? Конечно, взбунтовались, потому что как же я своему ребенку не куплю это платье замечательное, в котором она залезет, значит, в водную гладь и выйдет как... Кто это? Как это вызывали актриса? Кто выходил? Облегающий весь. Ну, где это было? Ну, я не могу сказать, что я слишком обрадовалась, и вообще все были не в восторге. Но потом мы съездили в больницу, посмотрели на бедных деток, поняли, что намного важнее спасти чью-то жизнь, чем просто сходить один вечер в ресторан. То есть обычно в школе по-богатому отмечали. Да, да. Ну, как же костюм тысяч, так, за 10, да туфли тысячи за 3. Да зачем? Можно же в джинсах потусить нормально, но какая разница, в чем тусить. На спасение жизни ребята уже собрали 120 тысяч гривен. Половину успели передать в кардиохирургическое отделение Харьковского института неотложной хирургии. У маленькой Нади всего 3 недели. Все это время ребенок борется за жизнь. Сейчас она перенесла серьезную операцию. Каждый год здесь оперируют около 200 детей с пороками сердца. Эти операции одни из самых дорогостоящих в медицине. Себестоимость только расходных материалов и медикаментов может колебаться от 40 до 200 тысяч, до 250 000 гривен. Ну, наверное, достаточно часто родители не могут позволить Конечно, себе. Конечно, очень часто, естественно. Большинство родителей не может позволить себе это. Мы имеем бюджетные закупки, государственное обеспечение многого, но, к сожалению, не всего. Мама этого малыша с таким не по-детски серьезным взглядом не может сдержать слез. Еще месяц назад о пороке сердца у Максима даже не подозревала. Сделали снимки, все, и уж определили, что у него с сердцем проблема. Нужна операция? Да. И без этого никак? Нет. В ближайшие дни Максиму предстоит серьезная операция. И таких детей здесь очень много. Когда слышишь истории этих малышей, ценности сильно меняются. И, разумеется, ни о каких платьях или выпускных вечеринках уже не думаешь. Молодцы, конечно, очень даже похвально, что они отказались от праздника ради таких вот деток. Мы закупили наборы для катетеризации сердца, гемоконцентраторы, наборы для баллоны, простите, для атриосептотомии. И все это вместо платьев и лимузина к порогу школы. По-моему, оно того стоит. Да, все по сердцу сказали, мы уже здоровы. Так что... Все в порядке. Мама маленького Тимура мне признается, врачи даже не говорили ей, сколько денег нужно на операцию. Расходы разделило государство и меценаты. Мы бы сами не расплатились, конечно. Я очень рада за малышей, которые получили шанс на здоровую жизнь. И горда харьковскими выпускниками. Без изысканных нарядов, в майках и шортах. В последний день школы ребята устроят скромный пикник на природе. Главное, как бы атмосфера и наш коллектив. То есть вот это как бы главное. Как бы делать упор на то, что мы купим, как мы оденемся. Как бы это, мне кажется, неправильно.